Лулу наш подписчица. Ну я все, я тут, что-то делаем, ебать лагает, пиздец, Нальганус овощ, окей, если я овощ, то тогда я огурец, большой такой, сочный огурец, кто бы хотел лизнуть, попробовать на вкус такой огурец, Если бы я был овощем, то каким бы овощем? Топиджи, Топиджи хочет огуречек. Маленький огурчик на Эльганус. Но зато будет этот не так больно. И лечить геморрой, так сказать, огурчиком. Вообще-то геморрой лечит огурчиком, если кто не знал. Так. Скоро закат, успею, нет. Кому подарить закат? Stream Elements. У тебя самого в жопе геморрой. У меня еще нету. Ваниш, у меня еще геморроя нету. Надеюсь, пока что не будет. Я хочу, чтобы у меня в жопе только был свеча от гемора. Проверь. Я не хочу. Но я нормально же сру. Мне не больно срать.
кровью не сру. Один раз было, конечно. Но это просто какашка большая была. Мне какашка жопу порвала. Какаха. Топиджи, милашкус. Этот закат для тебя, Топиджи. Первый закат на этой неделе для Топиджи. Топиджи, этот закат был для тебя, все, его нет. Пиздец. Я хочу, чтобы у меня в жопе был Анаконда Макс. Аж слёжу из глаз, блядь. Фу, блядь. Да. Как хочешь. Напиши. Ой, пизду, блядь. Жужжит. Ой. Фу, блядь. Да, Элиночка. Ну, это по желанию, конечно. Дуркалет летит за мной. Хочу в дурку. Там люди веселые. Кормят 3 раза в день. Целый день спишь, ешь. Веселишься, играешь с веселыми там людьми, да? Кто хочет в дурку со мной? Будем играть там шахматы, шашки. Кто хочет со мной в дурку? Целый день спать там. Играть шахматы, шашки. Там может Геншин может быть играть. Там Вовка поговоришь. Ну ладно. Топиджи хочет. Я тоже Топиджи хочу. Эй, чё за анаконда, сколько метров-то? 4004 метра. Офигеть. Я за 10 минут только на 4 метра поднялся. Мы все еще ебут. Наверное. Об этом история умалчивает. Мы об этом не знаем, что он там делает. Ваниш. Возможно, он просто пошел на сходку. На сводках. На сходку к своим корешам.
Логично. Цепочка связывается, да? Цепочка забит. Но забив. Истина где-то рядом. Так, мне тетка такой пирог вкусный принесла. Пальчики оближешь. Пирог с яблоками. Завтра буду варить компот. Компот из яблок и из винограда. Возможно, еще сливу накидаю туда. Это будет бомбезный компот. Кто хочет компотика? Приезжайте, я вас напою, угощу компотиком. Хочешь яблочный пирог? Блин, Элина, ты такой яблочный пирог никогда не пробовал. Ты очень вкусный яблочный пирог. Я сейчас пойду сделаю себе вкусный чай с молоком. Отрежу себе кусочек пирога, положу его в ротик, откушу и буду жевать этот вкусный пирог. Возьму ложечку там варенья, положу ложку с вареньем в ротик, а там оближу прям с ложки и буду кушать и пить, запивать чайком. Ты опять же хочешь тоже пирог, кусочек пирога? Мне, наверное, нужно пойти работать на этот, на озвучку хентая. Интересно, можно пойти работать на озвучку хентая? Сколько там будут платить? Топи же бы смотрел и дрочил озвучку с моим, с хентай с моей озвучкой. Да, топиджи. Топиджи тя. Милашка, топиджи тя. Можно только, можно идти на актера. Понятно. Нужно знание актерского мастерства, так сказать. Короче, нужна корочка, да? До сих пор угораю с того, что написал про Анаконда Макс. Да, Раса Алина, ну скажешь, конечно. Заметь, это будет на Ютубе. Элина, это будет на Ютубе. Все, спалилось. Да, серьезно. Я же там уже 14 серий, по-моему, или сколько там серий уже. Примерно это будет 20-я серия. Примерно. Может, меньше. Еще не скоро, конечно. Но я сделаю такой отрывок. Отрывок от стрима. То, что Елена хочет. Он увидит, я ему покажу завтра. Отдельно сделаю отрезок.
Эй, чё за анаконда? Конвульсии от того, что я спаси меня. Да, топи же тоже дал жару, так сказать. Да. Спаси меня. Максимка его обижает. Плохой Максимка обижает Топиджи. Он больше не будет тебя обижать, Топиджи. Не бойся. Я тебя защитю. Топиджи-тян, я тебя защитю. Топиджи-тян, я тебя защитю. Очень ласковый. Максим оказывается очень ласковый. Не бойся, Топиджи, он тебя больше не обидит. Я тебя защитю, Топиджи-тян. Лаги все хуже и хуже. Да, скорее всего, Илиночка, ты права. Максим самый главный в чате. Он может делать все, что хочет. К сожалению, я не могу ничего с этим поделать. Прости, топи же тебя. Он чувствует власть, да. Макс сама власть в чате на Твиче. Вы что, хотите свергнуть его? А, Топиджи, Илиночка, вы что, хотите его свергнуть? Только тихо, как бы он не услышал. Хочешь обнять Макса? Ух ты, Илиночка хочет обнимашки. Илиночка хочет обнимашки. Но мне нравится Эля, и я не имею. Максим крутой, топит житя. Максим крутой чел. 40-сантиметровый анаконда. Эй, чё за анаконда? Хе-хе-хе.
Impeachment. Но у Кевина больше, ничего себе. Офигеть. Бруски. Ты такой бруски. Бруски сервер. Ого, 18 у него, ничего себе. Вот это да. Что мне делать вообще с моим 5 сантиметров? А, топиджи. Топиджи, Тян, что мне делать со своими 5 сантиметров? Это же стыдоба. Нарастить нет. Элина нарастить нельзя. Не знаю. Ну, может что-то делать, только зачем? Она сумасшедшая. Сейчас подойду. Так. Я примерно еще часик буду его стримить. В общем, 1,5 часа с обнафтики. И пойду спатьки. Послезавтра получается 1-е число. 1 сентября. И снова 1 сентября. 600 фоллеров уже так скоро. Ну не знаю, Элина. По-разному.
Кошмар, не ходить в школу. В школе же весело. Интересно. Там ваши друзья. Пока есть время, надо радоваться. Веселиться. Ого, 7 класс, вот это да. Не весело? Почему? Почему, Элина, не весело у тебя в школе? У Линочки скоро день рождения. Будем бухать. В ноябре бухаем. У Лины день рождения. Бухаем детское шампанское. У нас все учителя злые, как собаки. Кусаются, да? Какая идея? Окей, постараемся. Элина, этот рассвет для тебя, Элиночка. Элина, этот рассвет для тебя. Макс попалась молоденькая. Элина, твой день рождения на какой день недели? А какой день недели? Тринадцатое ноября, я постараюсь запомнить. Если будет пятница, 13-е, это будет эпик. Суббота, ого, как раз выходные. Возможно, возможно. Если получится найти денег на пиво, то я устрою, то мы устроим бухлострим. Только одному скучно бухать. Может, друга позову, друзей. О, если донат соберем, то, возможно, будет бухлострим в ТикТоке. Я включу ТикТок, там будет камера. Будем бухать и на гитаре играть. Согласна, Эля? Бухлострим в ТикТоке. Будем играть на гитаре. Руслан играет на гитаре. Будет играть на гитаре для тебя. Хочешь так? Ну, если, конечно, наберем донат, так сказать. Вот опять же нет ТикТока. Жаль. Возможно, попробуем.
Что, Элина? Насчет зарплаты никогда не позор. А с кекшем, надеюсь, ты объяснишь, что надо делать. Ну, Алина. Скачаешь Киви кошелек. Но там-то, если конвертировать твои евро, то там будут-то копейки. Элина. Сколько у тебя будет 5 рублей в пересчете на евро? 5 рублей сколько будет на евро? Сколько центов там? Или крон? Центов или что там? Три цента. Вот что ты купишь, Лина, на эти 3 цента? Что ты можешь купить на эти 3 цента? И что за 8 центов можешь купить конфетку? А ты учла комиссию? Комиссию учла? Там тоже 1%, по-моему. Для начала тебе нужно создать Киви кошелек и все. И тем более еще нужно конвертировать у тебя в евро. Это еще дополнительные комиссии. Ты можешь пока что отдать свои 5% Максиму. А, создала уже. Ну, кинь мне свой, как это, счет, чтобы я смог тебе кидать рубли. Не отдашь? Ну ладно. Получается, следующая половина сентября. С 15 сентября я уже тебе получается кидаю 5%. Да, 5 рублей и 8 центов. Интересно, где лучше живут? В Латвии или в России? Непонятно. Эх, губит людей не пиво, губит людей вода. По-моему, по номеру можно. По номеру телефона, по-моему, можно. Я Максиму по номеру телефона отправляю. Или я Максиму отправляю просто на счет. Чё, на мобильный счет, а не на кошелек. Я уже не помню. По номеру телефона можно еще отправить. Потом, Элиночка, напишешь. Завтра в Дискорде разберемся. Просто я не помню.
Так Фовсим получает награду сказать, что ты лучший. Фовси, ты лучшая. Элина, ты лучшая. Или Элина получает награду сказать, что ты лучший, а это ты, это я. Ты хочешь сказать, что это я лучший? Вовсе я лучший. Лина, я лучший. Блять, лагает. Лагает жестко. Губит людей не пиво. Ты лучший стример. Ой, спасибо, Лина. Так приятно услышать. Узнать. Тобит же ты тут, тобит же тян ты тут. Топит же тян ты тут, топит же тут. Топит. Ваниш, да ваниш-то и не было. Была Лулу. Лулу, наверное, ушла. Кто есть на стриме, ставьте плюсики. Ваниш был. Вовсе тут. Топит же тут. А, Ваниш тут. Ты чё сидишь и молчишь, блядь? Ваниш, блядь. Хуел, что ли? В рот воды набрал. Молчишь, пизде торчишь. Отозвался, там же и остался. Понял, Ваниш. Какой-нибудь вонючий пизде там торчишь, ванишь. Обиделся на меня? За что? Что я сделал? Что я сказал? Ай, ты ел. Прости меня, ванишь, я больше так не буду. Приятного аппетита, ванишь. Или ты уже поел? Ванишь, прости меня, пожалуй. Пожать. Ну прости нас, пожалуйста, Ваниш. Ты самый хороший Ваниш. Ты очень крутой. Самый лучший Ваниш. Ваниш самый лучший порошок. Стирайте только Ваниша. И у вас будет белоснежная, белоснежно чистая. Чё там? Трусы. Кто хочет, Ваниш отстирает ваши трусики. Пельмени. Ну да. А что, Элина? Ты хочешь сказать, Вадиш, это пельмень? Или кто пельмень? Кто из вас пельмень? Сейчас я вас съем. Я люблю есть пельмешки. Анмика. Ну да, помню. Анмик только в обед заходит. Потому что у него время на 5 часов вперед. Примерно на 5 часов вперед. А, проверяешь память. Но некоторых помню, некоторых уже забыл. Немезду помнишь, понял. Немезеду тоже, по-моему, стримит. Он у меня высвечивается иногда. Ой. Бандерлогин Бочковский.
Элина смотрела сериал «Штрафбат»? Там про мужиков, блатных мужиков. Не смотрела? Это очень классный сериал, называется «Штрафбат». Там блатные мужики. Там есть такая серия, я не помню, какая серия. Там один мужик находит немецкий бункер с едой, прикинь. Там вино, сосиски, хлеб, там, короче. Он там сидит в одну харе, все жрет. Вообще классная, классная серия. Советую Элинам посмотреть сериал «Штрафбат». Вообще классный. Его по телевизору, наверное, в неделю каждую... Не, каждый месяц крутят где-то на каналах. Очень классный сериал, «Штрафбат» называется. Про реальных мужиков, которые отдавали свою жизнь на защиту Родины ради того, чтобы мы сейчас жили в мире, так сказать. Что писал Элина? О чем общались? Про пельмени? Про пельмени с мазиком. Как выйти из нашего сервера? А, ну, обычно на правую кнопку нажимаешь и там выйти, по-моему. Да, нужно нажать на иконку сервера, нажать и зажать, и там появится покинуть сервер. Есть 340 рублей. Ого, Ваня ж хочет мне задонатить 340 рублей. Я сказал, как и он меня заблокировал. Да. Ваниш, задонати на бухло стрим. Доброта не выход. Это пожертвование. Ваниш, это пожертвование. Бухло стрим, бухло стрим. ММДМС. Всегда веселее вместе. Но что это такое, но? Топит же, что сегодня кушал? Топит же кусил сегодня сосиски с гречкой. Да, Топит же тян.
Интересно, какие на вкус губы топиджитян? Интересно. Какие на вкус губы топиджитян? А сосиска была большая и сочная такая сосисондра. Я пытаюсь с подругой договориться погулять. Ого, я тоже с вами хочу пойти гулять. Можно я с вами тоже? Я тоже хочу гулять. Я уже заебался сидеть дома. Я хочу с тянками гулять. В обнимку там или за ручку. Как X13, Эльган. X31. Сосисондрус. Сосиска. Где моя сосиска? Где моя сосиска? Лена, ты хочешь сосисондрус, огурчик или анаконду? Наверное, мои губы сладкие. Я люблю сладкое. Анаконду Макса. Линочка хочет анаконду Макса. Ой, чё за анаконда, эй? Чё за анаконда? Ваниш ничего не хочет. Нельзя так говорить, Ваниш. Надо что-то хотеть от жизни. Иначе у тебя интерес потеряется. Вот когда человек говорит себе «я хочу», то у него прям появляется стимул, желание что-то сделать, чтобы это было. Пару девочек в детстве поцеловал. Ух ты! Топиджи целовал пару девочек. Ваниш хочет Ваниш. Здесь только 10. Хочешь, Макс? Да, как же повезло Максиму с Линочкой. Джо Байден. Джо Байден, Владимир Путин. Хочу на Эликуна. Топиджи хочет на Эликуна. А на Эликун хочет Топиджитян. На Эликун хочет Топиджитян. Трэш стрим. Ваниш хочет повеситься, но я уже об этом несколько раз говорю. Нальганус меня это осуждает. Осуждаю Ваниш. Если Ваниш сделает это, то я сделаю Ваниш атата. Понятно? Даже не вздумай, иначе будет атата Ванишу.
Возможно, Ваня ж думает, что он попадет в другой мир, 2D мир. Но это всего лишь аниме. Ваня ж, 2D мира не существует, к сожалению. Ха-ха-ха. 2D мир только на телефоне и на экране там компьютера, телевизора. Так что лучше смотреть аниме на телефоне или на компьютере. Ваниш. Ха-ха-ха. Хорошо, Элина. Иди отдохни, Элиночка. О, бля. Ох, как же чешется. Ох, бля. У меня нога чешется. Прям где пятка, блин. Чешется нога. О! Ой, как хорошо. Прям почесал, так классно. Хорошо стало. Чешется нога, что-то надо помыть. Если топить же пойдешь в армию, всегда перед сном мой ноги холодной водой. Никогда теплый или горячий, всегда мой ноги холодной водой топить же. Да, в армии нет теплой воды, потому что. Да, ванишь ты. Ты что, ванишь, был в армии? Ты уже отслужил, что ли, ванишь? Блять. Ой, блять, чешется пиздец. В армии нихуя ничего нету. Кроме пиздюлей, блядь. Так что пиздюлями тебя там и тут угостят. Ну ладно, там нехуй делать, Ваниш. Сиди лучше дома, смотри аниме. Дрочи на хентай, блядь. Ой, как же чешется, пиздец. О. Надо ноги помыть. Понравилось, который сдал. Понятно. Но у меня ноги только чешутся, топит житян. Третий сезон аниме. Какого аниме? Ирум про Ирума. В третий сезон про Ирму. По-моему, про Ирума еще не кончился, да?
Добро пожаловать в ад, Ирума. А, обещанный Неверленд, да? Ваниш. Ты про обещанный Неверленд? Кстати, я не смотрел это аниме. Но почему-то знаю. Мне очень не нравится Наруто. Я вообще Наруто не смотрел. Не будет третьего сезона. Я хочу этот Вайолет Эвергарден. Какой-нибудь сезон. Ну или типа Вайолет Эвергарден. Красивое аниме, конечно. Мне сейчас нравится смотреть этот. Добро пожаловать в ад Ирума. Вот это классно тоже. Топовое аниме. Я еще хочу этот. Богиня благословляет этот мир. Четвертый сезон, по-моему, должен, возможно, будет. Может, заново, что ли, пересмотреть? Добро пожаловать в мир. Или богиня благословляет этот мир. Коносуба. Надо посмотреть вот этот обещанный Неверленд. Ваниш, интересно, нет аниме? Обещанный Неверленд. Тэрэн-тэн-тэн-тэрэ-дэн. Второй сезон хуже первого. Не стоит, да, смотреть. Ха-ха-ха. Чё-то спать хочет.
Пойти себе, что ли, отрезать кусочек пирога, посидеть, покушать, попить. Или офнуть с позором. А, ребятки. Что ты несешь? Что ты несешь? Я несу тортик, блядь. Экшен. Экшен про Неверленд. Труп. Я бы лучше на сиськи посмотрел. Манга. Чё-то срать захотелось уже. Давайте я офнусь позором, а то что-то у меня там клапан снизу давит. Зараза, блин. Не вовремя. Завтра, наверное, будет Геншин, как обычно. Послезавтра этот будет конкурс проводить. Сейчас я поставлю, или лучше сейчас прыгнуть. Йо-хоу! 4000 метров.
Налегу на соседи, не придут, а значит я гуляю. Хорошо, Ваниш, много не гуляй, а то порвут тебе целку. Все будешь много гулять, много не бухай. Береги там жопу или рот, не знаю. Может, там завтра в 12, как обычно, этот Геншин, вечером Фортнайт. Будет Фортнайт, Геншин завтра. Руслан тут сидит, блядь. Здорово. Бем. Изи. Пока. Okay.